Мехи или боевые роботы – это наиболее мощные военные машины, которые когда-либо создавались людьми. Впервые разработаны терранскими учеными и инженерами. Эти чудовищные устройства, напоминающие формой человеческую фигуру, по скорости, мобильности, огневой мощи и броневому вооружению далеко опережают любой самый тяжелый танк 20 века. Высота боевого робота колеблется от 10 до 12 метров, а некоторые модели достигают 15 метров. Вооружение составляют скорострельные орудия, лазеры и ракеты. Небольшой термоядерный реактор предоставляет боевому роботу практически неисчерпаемые энергетические ресурсы. В силу своих конструктивных особенностей, робот легко может быть адаптирован для ведения боевых действий в любых климатических условиях, начиная от выжженных солнцем пустынь и кончая приполярной тундрой. Каждый боевой робот строится вокруг скелета или конструкции, составленного из нескольких дюжин составных костей. Каждая кость ячеистая, покрытая пористым алюминием ядро, обернутая карбидокремниевым моноволокном и защищенная твердой титано-стальной оболочкой. Каждая сверхлегкая искусственная кость нуждается в точках крепления для мышц и сервомоторов, которые управляют боевым роботом. Их скелетная конструкция позволяет меху оставаться менее уязвимым и упрощает его ремонт, в отличие от транспортных средств, построенных с оболочкой, несущей обшивку. Боевые роботы используют две различные системы для вождения и управления их движениями. Легкое оружие и сенсорные датчики приводятся в движение маленьким ротором с электрическим приводом или силовыми приводами с линейными актуаторами. Большие движения, включающие конечности и главное оружие, управляются пучками полиацетиленовых волокон, называемых миомерами. Волоконные мышцы сокращаются только подвергаясь действию электрического тока, аналогично функции человеческой мышцы, но в большем масштабе. Ремонт поврежденных конечностей в боевых условиях может быть сделан как заменой волоконных мышц, так и перемещением мышц из других частей скелета робота. Перемещенные волоконные мышцы не могут восстановить дееспособность поврежденной конечности, но могут обеспечивать ограниченную подвижность и силу. Мехи защищены двумя отдельными уровнями брони, которая доступна при использовании ряда компонентов. Обычно наружный слой выровненной кристаллической стали с хорошей теплопроводностью обеспечивает защиту от лазеров и протонно-ионного оружия. Броня всех мехов настолько крепка, что способна остановить почти любой обычный снаряд. Внутренний уровень нитрида бора, насыщенного монокристаллическими волокнами, останавливает осколочные и бронебойные снаряды и быстрые нейтроны. Этот второй уровень брони защищает от попадания частиц во внутренние системы боевого робота. Каждый уровень брони толщиной только несколько дюймов. Мехи требуют много постоянной мощности для движения и боя. Наиболее эффективная система, найденная, чтобы обеспечить это, термоядерная энергетическая установка, создающая огромное количество энергии от обычной воды. Реакция синтеза, созданная силовой установкой боевого робота, не выпускает нейтроны, и таким образом силовая установка может неоднократно запускаться, не опасаясь стать радиоактивной. Термоядерный реактор производит электричество процессом, известным как магнитогидродинамика. Плазма от термоядерной реакции образовывает каналы магнитными полями в цикл. Эта плазма – проводник и функционирует циклично как образующая катушка, производя и электричество, и отработанное тепло. Сохранение от перегрева всегда серьезная проблема для мехов, потому что высокая внутренняя температура может разрушить магнитные поля вокруг их реакторов. Если силовая установка будет разрушена, реакция синтеза, которая освободит нейтроны, вызовет серьезное радиационное разрушение как внутренних систем боевого робота, так и нанесет вред его экипажу. Боевые повреждения, которые вызывают резкое отключение защитных полей реактора, не вызовут взрыва. Однако это может разрушить реактор. В дополнение к их сложным системам управления движением, боевые роботы нуждаются в компьютерах, чтобы помогать обработать огромное разнообразие информации, поступающей от сенсоров и систем вооружения. В большинстве роботов эти вспомогательные системы – сравнительно простые процессоры, созданные при помощи доступной в настоящее время технологии.
Некоторые боевые роботы, однако, все еще обладают улучшенными системами, созданными в прошлом техниками Звездной Лиги. Мехи с этими ультрасложными компьютерами имеют значительное преимущество в бою. Боевые роботы обычно несут протонно-ионный излучатель или лазеры в качестве их главного вооружения, в основном предпочитая энергетическое оружие, потому что оно может питаться почти бесконечно от бортового термоядерного реактора. Кроме того, многие мехи несут пусковые установки неядерных ракет малого или дальнего радиуса действия. Некоторые роботы также оборудованы скорострельными автопушками или крупнокалиберными пулеметами для использования против пехоты, самолетов или других боевых роботов. Кабина экипажа – самодостаточная среда, полностью укомплектованная химическими регенераторами атмосферы, продовольствием, водой и другими запасами, с помощью которых пилот робота и еще один пассажир могут существовать внутри вплоть до недели. Обе позиции в кабине экипажа оборудованы катапультируемыми креслами. Если боевой робот получает катастрофические повреждения, его пилот и пассажир могут катапультироваться, разблокировав заднюю часть головы робота. В зависимости от их размера и веса, боевые роботы могут достигать скорости ходьбы и бега в пределах от 40 до 100 км в час на открытой местности. Густые леса, болота и крутые склоны замедляют их движение, но очень немногие особенности ландшафта могут остановить их. Кроме того, многие мехи могут перепрыгнуть через препятствия. На мирах без атмосферы способные прыгать мехи несут небольшое количество ртути, чтобы использовать ее в качестве реактивной массы для их реактивных установок. Все боевые роботы также могут передвигаться под водой при пересечении рек или маленьких озер. Все без исключения мехи могут атаковать во время приземления с низкой орбиты. Специальные реактивные установки, расположенные в их ногах, позволяют им мягко приземляться с высот до 320 км. Во время спуска щиты защищают уязвимые сенсоры боевых роботов и их оружие. Движением мехов управляют пилоты, называемые мехвоинами. Они носят нейроимпульсный шлем, который связан со сложными компьютерами, управляющими балансом боевого робота. Эти компьютеры постоянно контролируют состояние гироскопов меха, эффективно используя мехвоинов в качестве внутреннего уха робота. Хорошо оборудованные мехи несут запасы некоторых запасных частей, замену миомеров, заплаты брони и дополнительное множество сенсоров. Мехвоин может использовать эти запчасти, чтобы восстановить незначительное боевое повреждение прямо на поле боя. Мехи, задействованные в бою, могут производить много ненужного тепла за очень короткий период времени. Их силовые установки, движения и энергетическое оружие – все это производит огромное количество тепла, которое должно быть отведено. Роботы могут быть серьезно повреждены высокими внутренними температурами. Мехи контролируют свою внутреннюю температуру, отводя избыточное тепло и непосредственно регулируя уровень, при котором они двигаются и ведут огонь. Все роботы оборудованы радиаторами, которые помогают им рассеивать высокую температуру. Избыточное тепло, отводящееся этими радиаторами, делает боевых роботов хорошо заметными в инфракрасном тепловом диапазоне. На умеренных или холодных мирах проводимость и помощь конвекции помогает избавляться от ненужного тепла. Однако оба этих физических процесса работают против мехов, применяемых в пустыне или джунглях, где температура снаружи более высокая, чем внутри робота. Чтобы выжить в этих условиях, мехи должны значительно снизить скорость, из-за которой создается избыточное тепло. Повышение температуры может контролироваться перепрограммированием компьютера, отвечающего за движение робота и его вторичные системы. Эти компьютеры обычно предотвращают излишний уровень активности меха. Когда робот послан на планету с жарким климатом, его уровень активности понижается. Робот будет передвигаться медленно и стрелять менее часто, чем это было бы на планете с умеренным климатом. Когда мех послан воевать в арктическую зону, установка уровня активности повышается, позволяя делать более быстрые движения и повышать скорость ведения огня. Перепрограммирование обычно выполняется в то время, когда силы боевых роботов перевозятся к месту назначения на борту шаттлов и занимает приблизительно 2 недели.
мехи всегда регулируются для предполагаемой внешней температуры. В результате внезапные увеличения рассчитанной температуры за бортом могут иметь разрушительное воздействие на способность робота избавиться от избытка тепла. Был развит целый ряд тактики сражения, чтобы воспользоваться преимуществом этой характеристики мехов. Например, командующие регулярно поджигают леса, в то время как вражеские боевые роботы передвигаются через них. Перегретый воздух, ревущий вокруг мехов, перегрузит их системы охлаждения или значительно уменьшит их эффективность. С другой стороны, пилоты боевых роботов любят бороться в мелких озерах и реках. Проточная вода помогает держать внутреннюю температуру робота под контролем, позволяя достигать более высокого уровня активности. Лучший способ познакомиться с мехом – понять его размеры и назначение. Существует множество роботов различных по форме, размерам и массе. По весу они варьируют от 20 до 100 тонн и даже более. Все мехи массой от 20 до 35 тонн относятся к легким. Их конструкция может нести лишь ограниченную броню, но более высокая эффективность малых термоядерных реакторов означает, что легкие мехи выигрывают в мобильности. Эти роботы обычно используются в качестве разведывательных мехов и противопехотных подразделений, но некоторые из них обладают достаточно тяжелым вооружением. Их низкая стоимость производства, широкое распространение и относительно хороший запас запасных частей способствовали их достаточно широкому применению в течение всей истории. Наиболее известными легкими мехами являются Locust, Stinger, Commando, Pantera и Оса. Средние мехи – это рабочие лошадки большинства армий. При весе от 40 до 55 тонн они, естественно, находятся где-то между маневренными легкими роботами и мощно вооруженными тяжелыми мехами. Несмотря на то, что они не соответствуют ни одному из них в своей нише, мехи среднего размера, как правило, имеют наилучшее сочетание скорости, брони и полезной нагрузки, что дает им непревзойденную универсальность. Самые быстрые средние мехи часто служат в качестве командных единиц среди легких мехов с аналогичной скоростью. Лучше вооруженные, чем легкие мехи, они часто могут перехитрить более тяжелых противников в бою и использовать свое оружие с лучшим эффектом, дабы превзойти бойцов в единоборстве, учитывая время и подходящую местность. Наиболее известными средними мехами являются Виндикатор, Центурион, Росомаха, Нова, Грифон, Феникс Хоук. Тяжелые мехи предназначены для боевых действий на передовой и весят от 60 до 75 тонн. Они немногим менее универсальны и, как правило, медленнее, чем средние мехи, но имеют гораздо более тяжелую броню и боевую нагрузку. Способные вести постоянный шквальный огонь на больших расстояниях, сохраняя при этом достаточную мобильность, они являются грозными и мощными противниками. Некоторые конструкции адаптированы к особым ролям в бою, что значительно улучшает боевые характеристики их подразделения, но делает их плохим выбором в ситуациях, когда приходится сражаться один на один. Наиболее известными тяжелыми мехами являются Крестоносец, Вархаммер, Мародер, Бешеный Пес, Мэд Кэт, Катапульта. Штурмовые машины – это самый тяжелый боевой робот обычного класса, весом от 80 до 100 тонн. Некоторые из этих огромных мехов могут устанавливать до 50 тонн оружия, а также иметь очень толстую броню. Они могут выдавать огромную огневую мощь и лучше всего выступать на острие лобовых атак или при обороне позиций. Компромисс заключается в скорости и маневренности, поскольку штурмовые роботы обычно очень медленные. Таким образом, им часто требуются дружественные юниты, дабы защитить их от перехвата. Штурмовые мехи обычно используются в качестве командных единиц, тяжелых штурмовых платформ и в качестве огневой поддержки, но из-за их непомерно высокой стоимости и ограниченного производства, они фактически составляют лишь небольшую часть всех боевых роботов. Наиболее известными штурмовыми мехами являются Атлас, Сталкер, Вархоук, Бэтлмастер, Циклоп. Однако, кроме вышеперечисленных четырех основных разновидностей, есть еще и дополнительная, пятая, супертяжелые мехи.
Начиная с конца 28 века, конструкторы пытались построить боевых роботов весом более 100 тонн. В начале 3120 года триподные сверхтяжелые мехи, названные колоссальными, начали появляться в качестве экспериментальной технологии. Примечательно, что у них был экипаж из трех человек, а не один единственный мехвоин, пилотирующий их. Они занимали позиции пилота, стрелка и механика. Существует два таких сверхтяжелых меха — это Посейдон и Арес. Последний, ко всему прочему, является еще и омниконструкцией, то есть дает возможность гибко конфигурировать его. В результате чего на этой базе существуют такие разновидности, как Аид, Гера, Зевс, Афродита и Гефест. И теперь самое время рассказать подробно об известных моделях мехов. Но сделаем мы это в следующем выпуске, перед тем, как вновь вернуться к перипетиям борьбы за власть и господство в галактике.